Уже больше года кремлевский режим не может достичь ни единой цели, поставленной при начале вторжения в Украину. Я обращаюсь к российским военным, к тем, кому повезло выжить в мясных штурмах и разбитых окопах. Будет еще хуже. У вас есть выбор – умереть или спасти свою жизнь. В Украине действует государственный проект «Хочу жить», который помогает военнослужащим армии России. Наши спецподразделения уже вывели сотни российских солдат через линию фронта. Теперь они в безопасности. Живут в нормальных условиях под присмотром Международного комитета Красного Креста. С трехразовым питанием, возможностью звонить домой и получать посылки. Все они оформляются как попавшие в плен в бою. Поэтому в России им продолжают начислять и боевые, и зарплату. У них также есть выбор. Пересидеть войну и вернуться домой после ее завершения или не возвращаться в Российскую Федерацию вообще. Те, кто проходит по проекту «Хочу жить», имеют право просить убежище в Украине и ряде других стран Европейского Союза. Вы можете закончить войну уже сейчас. Не нужно ждать, пока вас убьют или тяжело ранят. Обращайтесь в проект «Хочу жить», и мы поможем вытащить вас из надвигающейся мясорубки.